В Губкинском опровергли результаты легкоатлетической эстафеты среди команд трудящихся. Напомним, она состоялась 16 мая. По итогам соревнований среди команд трудящихся первое место было присвоено команде «Газпромдобыч Ноябрьск», второе – сборной «Пурнефтегаза», третье – атлетам «Роснефтьсервиса». С такими результатами не согласились спортсмены команды «Роснефть-Пурнефтегаз» и подали протест. По совещанию руководителей и судей мы просмотрели фотоснимки, которые были сделаны на участке финиша, и где была, конечно же, позиция четкая весна, что представительница команды «Пурнефтегаза» финишировала первой. По правилам соревнований победителем считается та команда, представитель которой первым пересекает линию финиша. Таким образом, по итогам эстафеты первое место у сборной «Роснефть-Пурнефтегаз», у команды «Газпром-добыча Ноябрьск» – серебро.